Тому, кто однажды вкусил из туристского котелка, не сидится дома. По суше и по воде тянутся вереницы туристов и к этим дорогим русскому сердцу местам. Из далекой Сибири в Пушкинский заповедник на Псковщине добрался электрик Торопов. Из Москвы техник Большов. Из Братска прилетела проектировщица Скворцова. Идут по реке Сороть шлюпки с туристами. Вот Онегинская скамья. И дом, где жил великий поэт. Конец маршрута на озере Кучани. Для дальневосточницы Авраменко это часы пик, она священно действует над ужином. Не усидеть дома, если вкусил однажды из туристского котелка.